711 комбайнов из 770 сейчас работают в полях на уборке. По словам министра сельского хозяйства, в Чувашии уже убрано 47% площадей. Средняя урожайность – 19 центнеров с гектара. Уборочная стала одной из главных тем еженедельного совещания главы республики. До 25 августа в республике планируют завершить уборочную страду. Правда, если не помешает погода. В этом году на неделю раньше вышли в поля, но дожди последних дней июля несколько задержали работы. На сегодня уборку завершили 9 хозяйств республики. В Ялчикском, Шамуршинском, Батыревском, Вурнарском районах собрано почти 90% урожая. Закупка зерна у сельхозтоваропроизводителей как сегодня поставлена? На сегодняшний день у нас закупка идет лучшими темпами, чем в прошлом году. 12 тысяч тонн уже закуплено у нас, это ООО «Чувашский продукт» и казино-монетарное предприятие «Продовольственный фонд» в целом. В прошлом году это где-то было около 4 тысяч тонн всего закуплено на эту дату. Все то, что выращено, надо убрать, это основная задача муниципалитетов, правительства в целом, Минсельхоза. И второе – формирование продовольственного фонда. Ставлю задачу перед городскими властями. Надо во время уборочных работ заготавливать урожай, включая и учреждения здравоохранения, и учреждения образования, детские образовательные учреждения, потому что цены они колеблются, но во время уборки урожая все равно они цены приемлемые, так скажем. Чтобы потом на стоимости питания значимо не отражалось. Сергей Павлов назвал и районы, которые отстают в уборке урожая. Это Шумерлинский и Алаторский. По словам министра, на этой неделе отстающие постараются догнать лидеров. Для своевременного качественного проведения уборки, учитывая опыт прошлых лет, конечно, высокую нагрузку на сельскохозяйственную технику в отдельных районах и отдельных хозяйствах, конечно, администрации муниципальных районов необходимо организовать работу по передислокации сельскохозяйственной техники. Жаркая погода помогает продлить работы и одновременно создает проблемы. На прошлой неделе зафиксированы 2 пожара. Первый случай у нас в Урнарском районе, 2 гектара. И буквально в субботу вот в Цивильском районе где-то 5 гектаров зерновых сгорело. Конечно, ущерб, если по второму случаю, он, я думаю, что не такой большой, где была там детская шалец, то в первом случае у нас сгорел также и комбайн. Обсудили на планерке и демографическую ситуацию в Чувашии. По данным Минздрава, сейчас рождаемость выросла на 1,5%. Такой динамике способствуют принимаемые меры. Федеральный республиканский материнский сертификат и земли для многодетных семей. Программа по обучению женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Позитивная динамика рождаемости сохраняется. Всего родилось 10 427 детей. В основном за счет плюс 219, это 5 883 ребенка, за счет вторых, третьих и последующих рождений. Причем преимущественно за счет третьих рождений. Это особенно важно в условиях сокращающейся численности абсолютной женщин фертильного возраста. Положительному росту демографических показателей способствует и снижение смертности от болезней системы кровообращения и туберкулеза. Сократилась и младенческая смертность. Сейчас Чувашия в числе 5 регионов ПФО с положительным демографическим приростом. Снижению заболеваний должна способствовать диспансеризация. В этом году планируют проверить здоровье 23% всех жителей Чувашии. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.